Убийства, кражи, махинации и прочие преступления – это то, чем обычно занимаются и сталкиваются полицейские. Но бывает исключение. В маленьком селе неподалеку от Туркестана участковые инспекторы приняли роды прямо на улице. О том, как они оказались в роли акушеров, расскажет Рауль Габитов. Был обычный день. Участковые инспекторы сельского округа Ишкайык, Темирханулы и Калабаев, как всегда, заступили на службу. И все бы ничего, пока за помощью к ним не обратился односельчанин. У его супруги начались схватки. Связаться со скорой помощью мужчина не мог, поэтому позвонил по номеру 102. На служебной машине полицейские забрали женщину в городской роддом, но на выезде из аула схватки усилились, и стражам порядка пришлось взять на себя обязанности акушеров. Прям вот в этой машине родился мой сын, в этой машине. Почти. Все это благодаря кому? Благодаря нашим участковым. Вот Нурбол. Спасибо большое. И Бахтбай, нашему участковому. Город Кентау, район Ишкайык. После того случая майор Нурбол Темирханул – желанный гость в семье новорожденного младенца. Ему даже предлагали дать ребенку имя, но он отказался. Говорит, не захотел лишать этого права родителей. Страха и волнения перед принятием родов не было. Мы полностью сконцентрировались на оказании первой помощи. Помогли знания, полученные на занятиях для полицейских. После того, как малыш родился, приехала скорая. Маму с ребенком мы отправили в роддом. Случаи, когда нужно принимать решения и оперативно действовать, в жизни полицейских обычная практика. Но героями себя они не считают. Говорят, профессия у них такая. Рауль Габитов, Самат Нагашпекуло, Ербол Атабишев, Хабар 24, Туркестанская область.